Сегодня на малой родине Рахымжана Кушкарбаева в селе Тайтубе Акмолинской области открыли именную аллею героя. В зоне отдыха высадили сосны, а в центре разместили бронзовый бюст Халы Кахарманы. Тамирис Белял побывала на открытии. Здесь родился и провел свое детство герой. Казахстанец, который водрузил знамя победы над Рейхстагом. Встретили Рахымжана Кушкарбаева — праздник для всей страны. А в родном селе знаменосца знаковую дату отмечают по-особенному. Торжественно открыли именную аллею. Открытие в этом году аллеи памяти Рахымжана Кушкарбаева стало важным событием для нашей области, так как это служит напоминанием о героизме казахстанца для молодого поколения. На торжественной церемонии открытия памятника присутствовали дочь героя Алия Рахымжановна, министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков. Мероприятие продолжилось экскурсией по новой аллее и выставкой военной техники. Я этим очень горжусь. Я считаю, что вот отец один из вот этих батыров, которые вот эту свободу, сегодняшний наш счастливый день, они завоевали. Мы должны быть благодарны и помнить их, и чтить эту память. И вот сегодняшнее мероприятие тому подтверждение. Я думаю, что для молодежи это очень-очень полезно. И уроки мужества они должны понимать, принимать, что такое война, знать, кто их предки. Открытие этой аллеи стало важной вехой в истории села, напоминая о мужестве и преданности своей родине одного из величайших героев Казахстана. Тамирис Белял, Ержан Канапьяулы, 24 KZ.